И срочное сообщение из Озерска. В эти минуты там идет спасательная операция. Местный житель после ссоры с ремонтником заявил, что выбросится из окна и уже несколько часов сидит верхом на кондиционере на высоте 5-го этажа. Вот что рассказали нам по телефону очевидцы. Житель дома по непонятной причине вышел в подъезд и перерезал провода, интернет и ТВ-кабели. Когда приехала бригада мастеров, опять же, по непонятной причине выскочил в подъезд и пырнул одного в живот шилом. Человека увезли в реанимацию пока, вот, будем надеяться, что с ним все будет хорошо. После этого забаррикадировался в своей же квартире, то есть вернулся домой, закрыл дверь и ее поджег. Сам свою же дверь. После приезда пожарных открыло окно, шагнул на кондиционер, и вот уже больше 4 часов стоит и угрожает убить себя. Внизу МЧС сотрудники развернули тент, чтобы бедолага не упал, там, да, не разбился. Ну, точнее, чтобы упал, видимо, помягче. Полиция находится в его квартире, то есть ведутся переговоры. Конкретно там, о чем они разговаривают, что ему предлагают, не слышно, потому что очень все тихо, это на 5-м этаже. Поразительно то, что и жители этого же дома, там некоторые соседи, и большая часть, скажем так, больше говорить не буду, не хотелось бы, но большая часть толпы внизу уже просто откровенно скандирует уже «прыгай, прыгай». Чуть ли уже в ладоши не хлопает, вот примерно вот ситуация такая.